Ну, конечно, мы возвращаемся к главной теме этого часа и, может быть, дня в целом вообще. Спортивно-арбитражный суд отклонил апелляцию России и запретил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. На прямую связь со студией выходит спортивный юрист Ангелина Фитос. Ангелина, мы приветствуем вас, как слышите, студию. Добрый день, да-да-да, здравствуйте. Да, скажите, это все, это точка в решении или все-таки запятая, после которой наши спортсмены еще смогут как бы доказать свою невиновность? Я подозреваю, что это точка, потому что обжалование по существу уже, к сожалению, невозможно. Возможно, обжалование лишь по каким-то процессуальным признакам в швейцарском суде, но я боюсь, что мы просто не успеем ничего сделать до Олимпиады. Но вообще это прецедент вообще за всю историю Олимпиады, то, что случилось сегодня. Да, скажите, вот то, что сегодня случилось в Лозанне, это впервые в истории Олимпиады? То есть это своего рода прецедент, который будет опираться в будущем? Или что сегодня вообще случилось? К сожалению, потеряли мы связь. Я напомню, со студией Live по телефону была спортивный юрист Ангелина Фитос, которая дала, к сожалению, не самый, скажем так, оптимистичный комментарий. Вроде как это все-таки точка. Арбитражный суд запретил сегодня российским легкоатлетам участвовать в Олимпиаде 2016. И с этим вроде как уже ничего не поделать. Но мы обязательно вернемся к этой теме, будем подключать других экспертов. Возможно, они дадут другой какой-то комментарий. И, возможно, все-таки еще оставит для нас надежду.